удобно и безопасно. Спасибо вам большое. Родители Альбины инспекторов называют не иначе как спасителями, а себя везунчиками. В пятницу у них родился здоровый ребенок, и только взрослые знают, какой ценой. Может быть, через несколько лет маленькой Альбине и расскажут, что на свет она могла появиться не в роддоме, а прямо в дороге, когда ее папа попал в пробку, а у мамы начались схватки. В километрах до ближайшего роддома и помощи ждать неоткуда, но все же спасение оказалось рядом. Патрульные ДПС. Мужики, помогите, жена рожает, пробка, не могу доехать. Увидев лицо отца Альберта в панике, естественно, мы даже не... мгновение не задумывались, сразу сели в патрульный автомобиль и, естественно, сопроводили его. Отметку поставьте нам, превышение скорости, до роддома, жениться не успеваю доехать. ГИБДД впереди, а машина сраженицы за ней. Так кортеж добрался до роддома за 5 минут. Акушеры не припомнят, когда еще роженец привозили органы правопорядка, а семья убеждена, слуги закона порядочны и в жизни. Если бы не сотрудники ДПС, мы бы просто, наверное, не успели доехать до роддома. Потому что мы сюда приехали, а через час я уже родила. Они не виделись с пятницы. Поздравления, объятия радости, подарки. Экипажу ДПС руководство уже выразило благодарность. Спасибо. Сегодня еще раз говорят молодые родители с маленькой Альбиной на руках. Так история спасения переросла в полосу везения. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.